Уже не первые выходные сотрудники отдела надзорной деятельности проводят в лесу. И повод далеко не праздничный. Третий уровень пожарной опасности, который действует в Московской области из-за жаркой погоды, обязывает не только их, но и полицейских, лесничих, добровольцев патрулировать лесные хозяйства. Это повышенный класс пожарной опасности. Означает то, что запрещение разведения костров, въезд в леса и так далее. Поэтому мы сегодня проконтролируем, как осуществляется эта деятельность. Законопослушны ли наши граждане в этом вопросе? Чем больше желающих спастись от жары под кронами деревьев, тем вероятнее возникновение чрезвычайной ситуации. Мало кто из отдыхающих ограничивается только прогулкой. Шашлыки, алкоголь, курение – стандартная программа. А между тем, почти все вышеперечисленное в нынешних погодных условиях запрещено. В лесах строго запрещено разведение костров. Единый телефон у нас 112. Кроме того, нельзя бросать в лесу окурки и горящие спички, оставлять самовозгораемые материалы и стеклянную тару, выжигать траву. Иначе маленькая шалость может превратиться в большую беду. Если вот разводят в мангале, то это разрешено? Мангале? Да, в мангале разрешено, и только не под кронами деревьев. В условиях третьего повышенного класса пожарной опасности и санкции за выявленные нарушения усилены. Если раньше можно было ограничиться предупреждением, то сейчас только в виде административного наказания, конкретно в виде штрафа. А участники рейда рекомендуют всем любителям прогулок в лесу не только самим соблюдать правила пожарной безопасности, но и призывать к этому окружающих, особенно если те собираются разжечь костер.